Продолжаем рассказывать про магазин Минарс. Это у нас раздел сантехники, смесители. Здесь, конечно, очень сильно обломился. Так как я уже говорил, здесь в Америке достаточно консервативные. Вот поэтому те поставщики, которые занимались поставкой смесителей, людей не было с новыми дизайнами. Это не Москва, где самые последние модели Броя и других ведущих поставщиков. Вот такой вот еще своеобразный сугубо американский дизайн. Такие смесители стоят по $59, по 60. Вот. Такие вот души. Вот. То есть того великолепия, к которому я привык в московском клубе или по этим специализированным магазинам, здесь, конечно, нету. Вот. Поэтому тот, кто планирует прибраться в Америку и заняться поставкой вот такого рода товара, я думаю, что тут есть тема для размышления и непаханное поле работы. Оставайтесь с нами на канале и следите за развитием событий.